По данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Больше всего россияне атаковали украинские позиции на трех направлениях. На Покровском силы обороны Украины отразили 30 попыток штурма российской армии, на Лиманском – 21 атаку россиян, а на Курахавском – 10. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует позиции сил обороны. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 артиллерийских систем противника. Украинские воины продолжают уносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. Сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки россиян также на Купянском и Харьковском направлениях, сжигая технику противника. Воины рассказали, что в Харьковской области они обнаружили танки и бронемашину, которые россияне пытались замаскировать в укрытиях и зданий. Всю технику, а также пехоту точным попаданием уничтожил батальон беспилотных систем. А бойцы Нацгвардии показали и рассказали об отражении атаки россиян в Донецкой области. Операторы дронов смогли не только заснять разгром и уничтожение техники россиян, но и корректировать огонь артиллерии. Воины отмечают, что благодаря стриму дронщиков, которых артиллеристы называют «глазами в небе», точными ударами удалось уничтожить целую колонну тяжелой техники противника. Это глаза. Глаза тех побратимов, которые сейчас там, в окопах. Они могут видеть максимум на 200 метров, дальше нет, и то, если перед ними поле. А мы можем видеть и на километр, и на два, на полтора. Мне нравится, что есть возможность предупредить их о приближающейся опасности. Когда ты предупредил на ранней стадии любой штурм, любую атаку, это уже результат. Хочется, чтобы это был крайний опыт в данной сфере, чтобы наступил мир. Украинские воины выложили видео работы украинской самоходной арт-установки «Богдана», разработанной по стандартам НАТО. Воины говорят, что она отлично справляется со всеми задачами, бьет точно в цель – по пехоте, по блиндажам, по тяжелой технике россиян, а также выполняет контрбатарейные задания, то есть выявляет и уничтожает орудия противника. Армата! Стратегия и точность – залог успешной операции. Это доказали воины сил беспилотных систем. Они рассказали, что в результате разведки был обнаружен полевой военный арсенал россиян. Операторы БПЛА сначала дождались прибытия грузовика с новыми боеприпасами, а затем уничтожили и транспорт, и сам склад. Силы обороны юга Украины выложили видео эффектного уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» в Запорожской области. Отмечается, что по установке россиян прилетела ракета «Хаймарс» и сожгла ее вместе с экипажем. Стоимость такого зенитно-ракетного комплекса российской армии превышает 100 миллионов долларов. Еще 45 артсистем, а также 25 боевых бронированных машин, 2 российских танка, 2 реактивные системы залпового огня, 108 беспилотников и более 70 единиц автомобильной и спецтехники россиян силы обороны Украины уничтожили за минувшие сутки. Кроме того, были ликвидированы 1240 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ отметили, что в целом с начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 684 тысячи солдат.